эти замечательные громадные томаты. Это у нас томат абсент, такой зеленоплодный, в большей степени биколор, с розовыми разводами. Так, я, в общем, вот эти помпочки не убирал, чтобы не испортить их внешний вид. Очень красивый томат, очень урожайный. Это даже не одна кисть, там на самом деле еще висели. Вот, он мега урожайный, томаты крупные. Так что, кто хочет урожайных томатов, кто хочет крупных томатов, это сорт для вас. Это вот буду сейчас пробовать, собирать с них семена. Не пробовал еще томаты этого сорта. Посмотрите, какие красивые. Он только вот на этой штучке полежал, поэтому вот она немножко так вот промялась, но очень красивые томаты. Замечательные. Вот жду не дождусь, пока я их попробую. Кусты достаточно мощные. Вот, естественно, требуют подкормок. Даже без этого. Вот, больше пока ничего про них сказать. Ну, высокорослые, да, до потолка дорастают. Тепличные обязательно. Да. Вот сейчас начали созревать. По большей части вот собрал. Сейчас вот этот разрежу вдоль. А вот этот поперек. И посмотрим на них. Так, вот это, да, я сказал, разрежем вдоль. Разрежем вдоль. Ух ты, какая красота! Это просто, я не знаю. Ой, красота. Таких томатов я еще ни разу не пробовал. Вот настолько красивых. Ну и здесь, видите, с красными сполохами. Просто прекрасно. И тот, и другой разрез, они просто замечательные, видите. Очень красиво. Сейчас отрежу кусочек и обязательно попробую. Как я уже сказал, это у нас томатные семена. Вот этот менее немножечко зрелый, но зрелый. Бесподобный вкус. Очень насыщенный, фруктовый. Без особой кислинки. Сладкий. Этот томат прям в следующем году прям попадает в список посадок под номером один. Другие, может, какие-то не посажу. Этот посажу обязательно. Вот этот поспелее еще вкуснее. И мясистый. И сахаристый. Семена в зеленом геле. И крупный. Прям ни одного недостатка я не вижу у этого помидора. Всем рекомендую, обязательно сажайте. Просто вкуснейший томат. Один из самых вкусных. Вот я говорил, вот то, что мне не очень понравился томат ананас и король ананас, да. А вот этот мне понравился очень сильно. Я их пробую друг за другом. Поэтому уж про сравнение вот этого вкуса и вкусов тех томатов я могу сказать однозначно. Этот пока томат номер один. А на этом все. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео.